Всем привет, дорогие друзья! С вами опять Red Fox, мы продолжаем. В прошлой серии у нас были технические неполадки, и я так и не понял, что это было. Я перезагрузил компьютер, и все наладилось. До этого я выключил оверлей GeForce Experience, этот дурацкий, от которого и пользы только было, кадры FPS, которые вам не видно, и все. Нам будут продаться, а потом у нас квест на караван, да? Или мы можем поехать на караване? Но мы где продадимся? Нам надо ждать до утра. Давайте подождем утра. Как? Я выключил оверлей, зашел в игру. И не помогло. У меня все равно лагало даже в меню. Мужики болтали вокруг костра, когда Янальд ваншот наш внезапно подпрыгнул на ноги с криком. Он обернулся, and flame, you see, вы увидели паука размером со шлем. На его ботинке или под его ботинком. Кто-нибудь зарежьте его, бросьте его в огонь. Бросьте его в огонь. А то вот... Нормально. Прикольно. Не понял, он же умер, мне написала. Что-то было. Все на месте. Я прокликал, там, наверное, в конце было, вам это все приснилось? Фу! Там было, что он умер, а и трое расстроилось. Никто не расстроен, а он не умер. Ерунда какая-то. Так, давайте хлам попродаем. Так, эти шлема мне нужны или нет? Эти точно не нужны. Вот золотые мы себе оставим, а эти продадим. Кинжал. Найдем еще 100 раз. Катары эти нафиг не нужны. Клевец оставим. Так. Тут бы почистить, но я и так по 4 штуки всего оставил максимум, кроме вот этих вот, из которых гранаты делают ифритовых. Надо тележку покупать. Тележку покупать. А у нас же лаги. Где лагерь-то? Я забыл уже. Подождите, а где лагерь? Стоп. Это не тот кемп. А, вот же. Со мной скаут ходит. Мышь. Я вообще про них забыл, что они есть, честно говоря. Радиус обзора, следы. Договариваться о контрактах.
квартирмейстер. Амуницию на 100 и тулсы на 50. Рекрутер. Кстати, рекрутер может быть и вариант. Скевенджер. Дрель-сержант. Вот, дрель-сержант — это прям для раскачки моих парней то, что нужно. Хирург. Возможно, тоже. Торговец. Торговец, кстати. Извиняюсь. Торговец звучит как план, потому что у меня, да, у меня тут на продажу товаров амбиция-то. А что с осликом? 5000. 5000. У нас жалование 600 с лишним. Ладно, давайте попробуем до 20 тысяч разбогатеть и займемся и товарами, и людьми. А есть что купить? Перец 350. Мне кажется, можно взять перец в северных городах продать. Еда вроде есть. Инструментов можно накинуть. Броники давайте выдадим новые. Новый броник тебе. Тебе получается. Battleforge, гантелька, все есть. И выносливости тьма есть. У тебя запасная такая. Ну и все пока. Щиты почините запасные. У меня в этих шлемах один только сержант, и тот в ожидании нимбла. Блин, так, берем квест, поехали. Не знаю, что за фигня была с компом, что это было, просто перезагрузил, все прошло. А, ну не просто, я еще, ну да, выключил еще оверлей. NVIDIA. Но я его выключил, зашел обратно в игру, и у меня опять все то же самое было, даже в главном меню, даже не на карте. То мне просто перезагрузился, и все стало нормально. Надо будет эту вторую серию, наверное, сделать покороче, тоже минут 30-40, и выпустить их в один день с первой, чтобы... Чтобы... вы там не потерялись после такой непонятной первой серии. Что происходит, что делать? Напишите мне кучу советов, что нужно сделать, как лечить комп. Опа-ка, опаньки. Несколько оборванцев. Так, ну подходи по одному. Кстати, я не пробовал запускать киберпанк без оверлея. Потому что мне казалось, оверлей вроде как... должен не влиять на FPS никак. В NVIDIA. Он вроде там максимально навороченный. Но не тут-то было. Возможно, в нем проблемка и была. Тут два оборванца и все. Ну, вылезай. Что ты там в куст засел? Оп.
Ну, оборванцев Каспар режет, конечно, зверски. Но то оборванцы, кто их не режет. Даже Антон попал вон в своей бумпалке. Отсюда мы будем стрелять. Ой. Он что, теперь тебя резать, что ли? Ну, давай тебя. Так, стоп, опять началось помаргивание курсора. С одной стороны, это немножко похоже на перегрев. Проца, например, или видеокарты. Но видеокарта тут вообще не нагружена в Battle Brothers. Проц раньше вывозил? Может, у меня там кулер плохо? Что-то отошло. Надо залезть, все-таки посмотреть. С другой стороны, перезагрузка никак этому бы не помогла. Фигня какая-то. Мистика. Фраг еще караванщики хотят состилить. Можно сделать вот так. Опа, иди сзади постой. Не хотел помирать, но пришлось. Опять начинает помаргивать курсор. Я не знаю, по-моему, на записи не видно курсора конкретно. На записи видно... Просадки ФПСа. Оракула захватил кто-то. Ага. Зеленые что-то тут борзеют. Мы встретили мужика, сидящего на пути. У него была броня армор. Старый, короче, наемник отдал нам свой меч и свою кольчужку. Меч-то неплохой. Давайте его починим. Кольчужка. Ну, тоже пригодится. Не блядь, а не какой-нибудь. Извиняюсь за нецензурные слова. Я не хотел. Ночью проезжаем город. Может, успеем? Может, успеем? Рассвет. Рассвет. О, успели. Купите перец. Перец. О, больше сотни навара. Каждого. Так. Чё нам не надо? Вроде
Еду можно продать, которая просрочится. Нас караван сейчас кормит. У вас по ценам что? Ну, что-то так себе. Люди. Толпа охотников. Непонятная. Да и все. Броня. Опа. Ну вот, кстати. Вот, кстати. Уник для нимблиста 5500. Сто 37 вместо 120. То есть 17 брони в сравнении с ассасинской робой. Я сравниваю. Ну и 20 брони против кольчужки 115. А, ну весит еще 8. Весит 8, а не 12. То есть 20 брони и 4 выносливости. Так-то. И шлем можно покрепче. 5500. Ну что, мы можем себе это позволить? Вообще, я бы, конечно, оружие брал, а не доспех. Для нимблиста, тем более, которому доспех меньше нужен. Но доспех для тяжи будет стоить 20 000, а не 5. Давайте возьмем. Давайте возьмем. Кому? Езиру? Или Каспару? И по выносливости у них обоих. У Каспара больше. Башки железные ни у кого из них нет. Да. Так, ну давайте Езиру, он наш убивец. Так, а сколько это весит? 9. Плюс 1 выносливость, плюс 17 брони. Плюс 1 еще инициатива. Ну а тебе ассасинскую тогда робу. Шлем бы поменять на какой-нибудь красненький, черненький. Для красоты. Ну вот мы и без денег. Опять надо зарабатывать. Потому что это денег на сколько? На 7 дней. Плюс все ехать. День. Так, тут что интересного? Тут ничего, зато ассортимент неплох. Вот, вот, броня натяжка, 31 000, ух. А шлемы еще, шлемы для нимблистов. Нет туда. Как-то он барбет, барбут. Ладно. На людей у нас денег нет. О. Вендель the Slayer. И еще Сир Либерехт. Но мы теперь без денег. Мы теперь без денег. Ладно, поехали дальше. Так, бои, я смотрю, тут. Ложь.
О, так, о, так это ж северяне, да. Северяне грабят, смотрите. Грабят город. Хорошо, не напали на караван. А то я-то с ними еще и не в войне даже. Так, вот уник, пожалуйста, для тяжика. 22. Шлем для тяжика, 22. 23 даже. Красивый какой. А еще вот эти же наклады, наплечники, если бахнуть. Комплект. Красота. Таксидермист нам что-нибудь может предложить? Можно за 40 монеток сердце заферментировать. Вино у нас как раз есть. 8 дней, кстати, осталось вину. Можно продлить его годность. По-моему, из сердца ничего больше не крафтится толкового. Вон краска, типа. Эликсир ночной совы. Для стрелков. Но у меня нет такого стрелка. Мне надо этих. Мне надо найти гиен. Мне надо шкур с гиен поснимать. Давайте сделаем эту, что ли. Мне надо с гиен поснимать шкуры. Срочно. Так, ну чё, и в общем-то и всё. Чем тут можем? Товары дорого. Что за квест? По-моему, там змеи терроризируют. Ну давайте возьмем. Пока у ребят тут разборки. Девять штук змей. Девять штук. Змеи, кстати, довольно опасные, когда их много. Но 9 штук нам вроде не сильно опасно быть. Опять у меня началось моргание. Опять падает FPS, судя по всему. Да, сейчас мы после этого, видимо, закончим серию. Я выпущу серии в один день. Не буду их на монтаже склеивать, потому что это лишнее время для меня. Я лучше его потрачу сейчас на разборки с компом. Что, собственно, не так? Так, можно подойти, съездить дубинкой. А можно подойти и поднять щит. Потому что на Хакана явно будут желающие змеи из задних рядов. Наверное, мы поднимем щит. Да, падает FPS катастрофически. Игра вообще не требовательна. Куда он падает? Процессов жрущих, по крайней мере, в открытую, винда не видит. Что происходит? Кстати, вот Каспару нельзя в окружение попадать. Его там просто сожрут. Айзир ходит первее змей. И вообще он парень рисковый. Я вот думаю, сейчас Каспар, если сюда поставлю, его вытянут куда-нибудь сюда или сюда. Тут-то его и нахлобучат. Но далеко его ставить тоже не хочу, он должен воевать. Я вот думаю, может подойти, стрельнуть и отойти. По четверым попаду. Или даже по пятерым. Но как далеко я отойду. Эти, по идее, в контакте, они не должны хватать. Но это не точно.
Бум попал, так себе. У тебя есть милидев. Я на льдом, я что-то опасаюсь так подходить, стрелять. Давайте он сзади постоит. Давайте их сами окружать. Они хотят окружить нас, а мы их сами окружим. Первые. Этого они не будут ожидать. Мне нужна жертва, привлекающая внимание. Это будешь ты. Эрик, тебе не привыкать. Так, ну что, надо ломать им головы. Отлично, начали. Так, вот Амир, неплох. Гизир одну нашинковал, но не дорезал. Так, сюда-сюда, и его утаскивают вдаль. Но это подождешь. Так. Это неприятно, но не так, чтобы очень уж. Заряжайся. Можно отойти. Если мы опасаемся. Мы опасаемся? Раз. Вот, вроде не должны достать. Так. Так. Ох ты, ох ты. Вот это, кстати, неприятно. Окружение из пятерых — это неприятно. А теперь туда не постреляешь толком. Неприятные твари. ППС пропадает стремительнейшим образом. Перегрева, причем я смотрел, у проца нет. То есть это похоже на тротлинг по симптомам, но по факту температуры нет ничего такого. Все, все змеи в контакте, никто никого никуда не подтащит. Но и стрелять нельзя, потому что тут езиртель в середине этих змей. Надо вот этих, вот эту убивать, и Эрик его вытащит. Так. Тогда подожди, мы сейчас броню сломаем, может быть. Ты тоже подожди. Вот. Так себе. Попади в голову. Молодец. Всегда бы так. Так, минусуем головы. Топор можешь достать, но выносливости нет. Ладно, бей их так. А мог бы и дорезать. Так. Пойдем новую броньку драть. Но вообще-то опасненько. Так можно и допрыгаться, если ты не изир. Если ты изир, то вот. Так, но мне нужны гиены, а не змеюки эти. Ой, какой дурацкий ход. Хотя, немножко подлости в этом было. Даже Эрику досталась своя змеюка на шашлык. Так, ну ладно, что, полчаса прошло.
Сегодня у нас воскресенье, я, наверное, сегодня и выложу эти две серии. Да, сегодня вечером они выйдут. Я пошел разбираться, что за фигня? Перезагрузка ни разу не помогла. Что это может быть? Ладно, тогда пишите, что это может быть в комментариях. Я буду проверять. Не знаю. Из изменений за последний месяц это установка киберпанка. Ну, как бы... Обновление дров для видеокарты. Ну, правда, еще комп я чистить пытался от всякой фигни. Может, я что-то лишнего почистил. Так, ничего вроде такого нет. Что можно переустановить-то? Игра идет, ОБС. Может, ОБС? Ладно, буду думать. Спасибо, что смотрели. Вот. Что-то у нас все время какая-то фигня. Не одно, так другое. Ладно, всем удачи. Всем пока.